Чё, друзья, всем привет. Пока не на рыбалке, решил вот такой вот обзорчик снять. Вот такая вот струбцина Гросс. Немецкая, хорошая. За 800 рублей. С вот такой вот фигней. Брошюркой. Вот видите, типа, зажимаешь. Разжимаешь. Видите? Вот. Хорошая струбцина, стоящая, пластиковая, вот, пластиковый корпус, храповой механизм жесткой фиксации, должна быть она Германия, Гамбург, видите, вот написано, да. Так. Но суть в чем? Съемки этой, друзья. Суть-то в том, что я купил вот, я же не дурак, купил две сразу струбцины. Как бы. Ну и вот. Вот вам и супер пластик. Видите? Получается, 1600 отдал, 800 потерял. Вот такие, друзья, дела. Не рекомендую вам их покупать. Проще вам купить вот такие вот маленькие струбцинки. Они тоже немецкие, стайер. Они литые. Но единственный минус вот этих вот струбцин, это то, что вот здесь вот подушечки вот железные. И они могут попортить вам декоративную поверхность. Вот этими вот можно зажимать, но я думаю, они через одно будут ломаться. Так что я даже и не знаю, как это все делать. Стоит ли вообще такие вот пластиковые покупать? Проще купить железные. Вот такие вот. Сейчас еще одну достану, покажу. Есть еще, друзья, вот такие вот. Спарта. Спарта, короче, видите. Но она вот классная. Вот эта струбцина мне нравится. То, что она двигается прямо это, по вот этой вот всей ножке. И тоже у нее минус есть. Вот здесь вот саморез, короче. Он у них заводской проворачивается, он слабый. Сюда надо вкручивать саморез обязательно свой. Вот. Так что вот лучше покупайте вот такие вот железные, чем вот такие вот пластиковые, называющие себя Гросс. Да вообще, название и Гросс, там и еще какие-нибудь там названия. Вообще, откажитесь от пластика и не покупайте их. Просто деньги выкинете и все. Вот я сейчас что буду делать? Поменять я не поменяю, здесь заклепка стоит. Здесь, короче, как ты ее просунешь, даже не понимаю, не представляю. Так что вот все, выкинул я ее. Гарантии мне на нее никто не дал. Сломалась она буквально. Сегодня купил, сегодня позажимал. На завтрашний день опять начал зажимать. Ну, не сильно, просто зажимаешь так, чпок, и все. И она сломалась у меня. Подвела. И пришлось мне покупать вот такие вот железные. Это 800. А это стоит 120 рублей. А вот это, наверное, 100 или 90 даже вот это вот стоит трубцинка. Так что все, подумайте, друзья. Но сейчас маленечко попробуем оживить ее. Взять клей и вот здесь вот проклеить все дело это. Давайте, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, лайки. Вот.